Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова я, Анна, и мы находимся в магазине Fix Price на Церковной улице, город Пушкин. Будем смотреть новинки, которые сюда приехали. Тёрка с ручкой за 77 рублей. Длина этой тёрки около 30 сантиметров. Изготовлена из нержавеющей стали и полипропилена. Не занимает много места на вашей кухне. Идеально для имбиря, цедры, чеснока, хрена и специй. 77 рублей. Ланчбокс двухсекционный 199 рублей. Сбоку нарисовано, как он разбирается. Две секции с отделениями, крышка. Он изготовлен из полипропилена и силикона. Ланчбокс отлично заменит набор из нескольких контейнеров. Одно отделение в контейнере и два в крышке для раздельного хранения продукта. Как и нарисовано на картиночке, в ланчбокс входит вот такой контейнер с двумя отделениями. Один большой контейнер, рамка и сама силиконовая крышка. Эти ланчбоксы у нас еще есть в нескольких цветах. Изумрудный, вот такой светло-голубой и зеленый цвет. Фужер для вина 280 миллилитров. Называется он «Радуга», производства «Гусь хрустальный». Такие же фужеры были и в прошлом году. Этот фужер очень красиво переливается, такой расцветка хамелеон. Фужеры для шампанского 170 миллилитров в этой же серии «Радуга». Производство также «Гусь хрустальный». Отдельно покажу этот фужер. Он также переливается очень красиво. Напомню, что помимо этих фужеров у нас еще есть возможные, например, стопки из серии «Барокко». Производство у них также «Гусь хрустальный». Стопка, например, стоит 25 рублей за 60 миллилитров. А рюмка 55 миллилитров за 55 рублей. И бокалы для вина 77 рублей 240 миллилитров здесь. Бокалы для бренди 77 рублей. Их стоимость в этой серии. Все у нас есть пока. И стаканы для виски еще у нас подвезли. 270 миллилитров. Стоимость также 55 рублей. Производство «Гусь хрустальный». Бокалы для шампанского 77 рублей. 200 миллилитров. Кувшин мерный 1 литр. Изготовлен он в Китае из боросиликатного стекла. Изделие изготовлено из закаленного боросиликатного стекла, благодаря чему выдерживает температуру в диапазоне от минус 20 до 580 градусов. Можно использовать в СВЧ-печах, духовке и посудомоечной машине. На этом мерном стакане нанесены риски для сахара, муки. Чашки можно измерять, например, пол чашки, одна чашка и вода. Маленький носик спереди, но чисто на ощупь стакан кажется очень хрупким. Набор форм с крышками. В этом наборе идет 4 формы. Емкость одной формы 1 литр. Изготовлены эти формы из алюминия и картона. Размер формы где-то 15 на 20 сантиметров. Высота около 5 сантиметров. У нас эти формы есть в 4 цветах. Красный, зеленый, белый и синий. Помимо форм объемом 1 литр, есть еще форма объемом 650 миллилитров, они чуть меньше. Изготовлены также из алюминия и картона. Есть в абсолютно тех же цветах, что и предыдущие формы. Здесь в составе уже идет 8 штук. 2 размера форм и 4 цвета. Очень много и вот этих форм из опалового стекла за 149 рублей. Изготовлены они в Китае. 1,3 литра емкость этого блюда. Это не термостойкое стекло, оно просто предназначено для сервировки. Кружка 470 миллилитров изготовлена в Китае. Она идет на ножке. Фаянсовая кружка, но так как это китайская кружка, соответственно, покрытие ее не идеальное. Например, вот здесь какое-то черное пятнышко и подтеки. Термостакан с двойным дном. Изготовлен он из стекла, производства Китай. Емкость этого стакана 310 миллилитров. И смотрите, можно уже сразу увидеть, что некоторые стаканчики идут выше, чем другие. То есть они все по высоте не идеальные. Вот этот, например, чуть выше, чем вот этот. Стоимость его 149 рублей. Бульонница с ручкой 77 рублей. Изготовлена она из фаянса. Емкость 700 миллилитров.
И край этой бульонницы оформлен в черном цвете. Здесь какой-то предполагался рисунок, но на самом деле рассмотреть, что же здесь изображено, очень сложно. Вроде бы какой-то цветочек. Фарфоровые кружки 330 миллилитров с надписью «Кофе». Стоимость их 55 рублей. Эта кружка есть и вот в таком дизайне с надписью. Фаянсовая кружка 330 миллилитров с рифлеными стенками. Производство Китай. Внутри эти кружки белые. В каком-то обзоре я видела эти же кружечки белого цвета. И их цена 55 рублей. Только вчера в обзоре показывала продукцию компании Руском в магазине Светофор. 77 рублей. В фикс-прайсе появилась индейка тушен. Под этим брендом мясо индейки, вода, соль пищевая, лук свежий, загуститель, перец черный молотый. В составе есть фраза «Примите к сведению, что на предприятии используется молоко, яичный белок, злаки, содержащие глютен, соя, горчица, кунжут и сельдерей». 77 рублей. Под этим же брендом еще индейка с капустой, и стоит она уже 55 рублей, несмотря на то, что банка идет ключ. Здесь, как и в предыдущей баночке, 325 грамм, мне попалась банка с вмятиной. Состав: на первом месте идет капуста белокочанная свежая, мясо индейки, жир индейки, морковь свежая, вода, масло растительное, соль пищевая, лук сушеный, усилитель вкуса и аромата Е621, перец черный. Опять же, эта фраза насчет «примите к сведению». Рулька копченая, бескостная, также 325 грамм, стоит она уже 99 рублей, лыткаринский импорт. Рулька свиная, копченая, бескостная, вода, комплексная добавка, декстроза, загустители, регулятор кислотности, стабилизаторы, усилители вкуса и аромата, антиокислители, ароматизаторы, соль пищевая, перец черный, лист лавровый, нитритная соль. Шоколадный календарь «Лол и щенячий патруль» 55 грамм 99 рублей. Производит этот календарь Московская область. В двух вариантах у нас представлен под маркой «Confitrade». Сзади календаря куклы «Лол» можно вырезать куколок «Лол». Девочкам точно понравится, смотрите, их можно еще и раскрашивать. То же самое и в календаре «Щенячий патруль». Можно героев этого мультика вырезать и раскрасить. 99 рублей. Формат календаря А3, наверное. Это не А4, а даже А3. Чай черный, чабрец и мята 100 грамм за 55 рублей. И такой же чай — лесные ягоды. Рядом с этим чаем очень вкусно пахнет. Аромат именно чабреца ощущается и мяты. Очень активно производит этот чай город Подольск. Черный чай — новогодняя коллекция. В двух вариантах упаковки он у нас представлен. Более такой темный бордовый и красный цвет. Этот чай выпускается под брендом «Чайный гость» компании «Чайная фабрика» в городе Москва. Больше ничего здесь не написано. Это обычный черный чай в красивой упаковки. Пол на сиденье унитаза 99 рублей. Произведено в Китае. Полиуретан, полиэстер. У нас в магазине эти чехлы есть в нескольких цветах. Подставка для губки на кран 55 рублей. Изготовленная из ПВХ. У нас в магазине представлена в двух цветах. Здесь на картинке примерно изображено, как должна крепиться эта подставка. Салфетки вискозные 30×38, 10 штук за 50 рублей под брендом Bone Home. Предназначены для мытья кафеля и раковин, для протирки мебели, бытовой техники, не оставляет волокон и разводов, обладает высокой степенью впитывания. Здесь представлены салфетки в трех цветах. Моп для швабры 55 рублей, размер 44×14, производство Китай. По составу 80% полиэстер и 20% полиамид. У нас представлен в очень ярких цветах: изумрудный, оранжевый и ярко-салатный цвет. Корзина хозяйственная 2.
25 на 15 на 7 сантиметров для хозяйственных нужд, 18 рублей 30 копеек. Эти корзинки приехали в очень приятном лавандовом цвете. Есть и корзиночка хозяйственная номер 1, 11 рублей она стоит. Здесь размер 20 на 10 и на 5, изготовлена также из полипропилена и есть также приятный нежно-голубой цвет. Самая большая корзинка стоит 27 рублей 50 копеек. Она представлена только в одном цвете. И размер ее 30 на 20 и на 10 сантиметров. Темно-синим. Ваниш пятновыводитель плюс отбеливатель, не содержащий хлор. И просто пятновыводитель, который не содержит хлор. 500 грамм здесь стоит 99 рублей. Производит ваниш филиал компании Reckitt Benckiser в Москве. И подробная инструкция, как его использовать. Для цветных и белых вещей подходит ваниш в розовой упаковке. И подробная инструкция сзади написана. Вчера показывала, что в магазин Светофор приехала белизна. И здесь также средство чистящее белизна 1 литр, 27,50 стоимость этой белизны. И помимо всего прочего, она идет с ароматом алоэ вера. Производит ее город Казань. 3 в 1. Защита для вас и вашего дома, антибактериальный компонент. Подскажите, кто вдруг пользовался, действительно ли она может пахнуть не как белизна. В серии книг за 99 рублей появились отличные новинки. Татьяна Устинова, Павел Астахов, ДНК гения. Некоторые книги поменяли свой размер, они стали чуть тоньше и меньше, то есть более карманный вариант. Бернар Миньер и «Грёбаная история». Лучший франкоязычный роман 2015 года. Вот этот роман остался в прежнем размере. Терри Пратчетт, «Изумительный Моррис» и его ученые-грызуны. Книга Дины Рубиной «Синдром Петрушки 18+». Она также поменяла свой размер и идет в индивидуальной упаковке. Камила Лэгберт «Золотая клетка». Первый роман новой серии Камилы Лэгберт, мировой бестселлер. Аж 22 миллиона экземпляров продано в более чем 60 странах. Эта книга более тонкая, карманного размера и идет также в индивидуальной упаковке. Рэйчел Кейн «Темный ручей», продолжение бестселлера «Мертвое озеро». Джон Харт «Последний ребенок», роман лауреат премии Эдгара Аллана По, главной остросюжетной литературной награды. Если сравнивать размеры книг, то вот это старый вариант книжек, а это новый их размер, более удобный. Лорет Энн Уайт «Когда меркнет свет», Мэриет Линстин «Секта с туманного острова», мировой бестселлер из Швеции, топ-лист лучших триллеров 2019 года. Также размер новый у этой книги. И от Татьяны Устиновой, Павла Астахова, еще одна книжка «Жилье по обману». Трусы женские, Кабардино-Балкария, 95% хлопок, 5% эластан в новом дизайне, 99 рублей. Это большие размеры от 48 до 56. Носки детские, 2 пары, 99 рублей. Производство Китай. Есть в разных цветах. Размер 7-9. Очень аккуратненько изготовлены. Нежные расцветки. И обе пары одинакового цвета идут в наборе. 67% хлопок и 33% полиамид. Брюки женские, 199 рублей. Хлопок, производство город Ульяновск. Очень похоже на брючки от пижамы. По составу здесь 100% хлопок. В данном случае 46 размер идет на рост 1,70 м. Симпатичная расцветка в горошек. Низ брючек просто оформлен, без резиночки. Сверху идет аккуратная резинка. И несколько расцветок у нас представлено. Есть светло-серая расцветка. Вот такая в клеточку. Горошек, как раз я его вам показала. Игрушка «Радуга», 199 рублей. Коробочка идет с удобной ручкой. Производство Китай. Складывай детальки в различные формы и фигуры. Изготовлена она из полипропилена 3+. Внутри вы найдете вот такие детальки.
Развивай фантазию, изучай цвета радуги и их последовательность. Количество деталей внутри не указано. Шарф женский 199 рублей. Представлен у нас в большом количестве расцветок. Розовый, кремовый. Даже вот такой какой-то интересный цвет, как смесь цветов хамелеон. По краю шарфа идет бахрома. Размер его 1,68 на 41 сантиметр. 100% полиэстер. Носки мужские Экотекс от 41 до 43 размера в двух расцветках у нас представлены. 80% хлопок, полиамид 18, эластан 2%. Производит эти носочки Россия, а именно Краснодарский край. Носки женские 99 рублей, размеры от 36 до 40. По составу 99% полиэстер и 1% эластан. Имеют такое пушистое покрытие эти носочки. В трех цветах у нас представлены. 149 рублей носки женские под брендом «Контраст». Изготавливает их город Москва, сделано в России. Здесь 88% хлопка, 8% полиамид и 4% эластан. И много вариантов расцветок. В одной упаковке идет 3 пары носочков. Кошелечек 149 рублей. Изготовлен из полиэстера, нейлона и стали с ушками. А спереди расположен такой бантик. Внутри у этого кошелечка нет ни одного кармашка, а зато есть подкладка и вкладыш, для того, чтобы он смотрелся более объемно. Две расцветки этих кошелечков у нас представлены. Светло-серая и розовая. Кошелек 199 рублей. Представлен у нас в трех цветах. По составу полиуретан, полиэстер и сталь. Внутри вы найдете отсеки для кредитных карт, фотографий и вот такой один кармашек для денег. Причем у кармашка даже есть подкладка с одной стороны. Пенка для мытья посуды от Фейри 199 рублей. У этой пенки очень необычный дизайн дозатора. 350 мл здесь. До 3 раз больше чистой посуды по сравнению с более дешевыми средствами мытья посуды. И эта пенка имеет очень жидкую консистенцию в сравнении с обыкновенным Фейри. От Фейри еще капсулы для мытья посуды. Здесь в составе 5 капсул всего. Весом 78 грамм. Новое средство Самат. 10 таблеток для мытья посуды 199 рублей. Самат производит корпорация Хенкель. Вес одной капсулы 19,2 грамма. Соответственно, всех капсул 192 грамма. Новые детские расчесочки с объемным изображением. Здесь пчелка, клубничка и бабочка. 99 рублей. Дизайн этих расчесок очень похож на варианты, которые были ранее. Щетинки достаточно тоненькие. Изготовлена расческа из ПП, нейлона и ПВХ. Китай. Подвезли расчески детские с зеркальцем. Стоимость их 77 рублей. В очень ярких цветах. Здесь и желтые, есть и черные, и голубые расчесочки. Щетинки у них точно такие же. А сзади зеркало 77 рублей.